Привет, друзья! Вы смотрите канал скетчинги Start Drawing. Меня зовут Стас, и в этом видео я вам покажу, как можно сделать скетчбук своими руками. Я уже несколько таких скетчбуков сделал, и вы запросто можете повторить это дома. Что вам потребуется? Во-первых, папка для черчения с плотными листами. Здесь у меня 24 штуки формата 4, вот такая папочка. Клеящий карандаш, рекламка с кинотеатров для того, чтобы оформить обложку. Также вам потребуется пара струбцин, карандашик для того, чтобы разметить отверстие. Самое сложное, что вам предстоит, это проделать отверстие. А, ну и все это дело скреплять мы будем обыкновенным шнурком. Вот так. Давайте приступим. В начале отверстия я сделаю 5 штук. Так, теперь, чтобы не просверлить столешницу, мне нужно подложить под эти листы бумаги старый скетчбук. Для этих целей у меня он и есть. Так, я все это дело равняю. Вот так. И закрепляю струбцинами. Где-то посерединке вот здесь закреплю. И здесь тоже. Так, я их закрепил. Теперь для удобства осветления я положу на столешницу вот коробку с маркерами. Это чтобы просто, ну, было удобно куда-то опереть эту конструкцию. Итак, ну вот теперь я могу в принципе сверлить отверстия. Вот я, кстати, буду еще использовать линейку, чтобы сверло никуда не ушло. Ну, поехали. Как-то вот так это будет происходить. Вот так по аналогии сделаю остальные. Итак, проделаны отверстия. Но прежде чем скреплять при помощи шнурка, давайте сделаем классную обложку. Для этого вам и понадобится клеящий карандаш. Самый обыкновенный такой, сухой. И рекламка от киношек. Берем первый лист, который будет обложкой. Остальное нам пока не нужно, уберем. И будем обклеивать. Причем я закрою отверстия, потом я их проделаю опять. Буду клеить внахлёст, чтобы закрыть полностью всю страницу. Итак, поехали. Так, теперь нужно все это скрепить воедино. Находим бирки заново с помощью карандашика. Берем шнурок и продеваем.
Можно снизу вверх, можно начинать сверху вниз, в принципе, неважно, как вы это делаете. Наверное, все-таки я вот так сделаю. Тут можно завязать. Сильно не завязывайте, потому что трудно будет открывать. То есть оставляйте такой запасик, чтобы достаточно свободно было. Так, ну теперь поехали. Будем продевать. Вот он пошел, и мы вот такую петлю делаем. Делаем петлю и двигаемся дальше. Опять снизу вверх. Опять снизу вверх. И петлю. Дальше. Снизу вверх и петлю, и здесь можно сделать узелок, пока такой пробный, может быть, мы там что-то подтянем. Сильно не завязывайте. Ну вот, вот что-то вот такое. Посмотрим, как открывается. Раз. Два. Короче, открывается хорошо. Свободно открывается, вот у вас получается замечательный скетчбук формата А4, если хотите рисовать полностью на развороте даже формата А3, и даже самые крутые спецагенты вам позавидуют. Поэтому запросто можете сделать это дома. С вами был Стас, подписывайтесь на канал StarDrawing, чтобы узнать больше техники скетчинга. До следующего видео, пока!